Добрый день! Сегодня я вас познакомлю с растением тропиков и субтропиков. Комнатное растение банан карлик киевский. Привезено оно из субтропиков Австралии. Прекрасно прижилось у нас. Банан любит органические удобрения. Можно купить в специализированных магазинах удобрения для цветущих растений или универсальное. Я покажу на примере вот этого растения, как формируют правильно, подготавливаем для плодоношения. То есть убираем листья, которые поврежденные от сухости. И вот этот боковой побег, мы стараемся его все-таки либо убрать, либо дать возможность ему не мешать основному растению, так как сила идет еще и на него. Я не убираю сейчас, но желательно убирать поросль для того, чтобы растение имело силу и плодоносила с полной отдачей. Размножение банана происходит в весеннее-летнее время. В это время мы черенками размножаем и даем возможность расти молодым, прогрессивным, самым сильным черенкам, вот как этот череночек. Слабые поросли, как в данном случае, вот маленькие, мы можем убирать, которые начинают дичать и забивают основной ствол. Любителям я не советовала бы черенками размножать, так как это трудоемкий процесс и не всегда получается, что черенок приживается. Лучше покупайте черенок в магазине специализированном, он сильный, он уже готов к плодоношению. Я считаю, что это растение очень полезно и очень красиво в домашних условиях, так как все мы хотим какой-то экзотики, особенно в зимнее время, и он способен поразить нас своей листвой, своими тропическими зарослями, которые развиваются в южных частях ваших помещений.